Сургутянин Артем Ниязов оформил дубль в дебютном матче за испанский «Эль Посо». Новая команда югорчанина разгромила «Бетис» со счетом 7-1. Артем, в свою очередь, отличился дважды. На 27-й минуте сургутянин здорово сыграл на добивании и открыл счет голам за испанскую команду. Но спустя две минуты Ниязов сотворил маленькое чудо, мастерски перебросив мяч через вратаря и оформил дубль. Напомним, что в августе сургутянин подписал контракт с «Эль Посо» по схеме 2+1. Играет Артем под 14-м номером. Отмечу, что Ниязов стал первым россиянином, который перешел в чемпионат Испании. Ранее он играл за московский КПРФ и дважды стал чемпионом страны. Выступал Ниязов из-за «Газпром-Югру». В составе этой команды он выиграл Кубок УЕФА.